Сейчас в связи с теми санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении руководства Гагаузии, вообще исключается любая возможность достучаться до какого-то зарубежного представительства. Вы уже никуда не попадете, вас просто не примут. С кем вы будете говорить? Сейчас на месте руководства надо было бы собирать экстренное заседание исполкома, народного собрания, определить, что дальше делать в такой ситуации. Единственный партнер, который у нас остался, который может нам помочь и протянуть руку помощи в таких условиях, когда ни финансы не поступят, ничего, это Турция. Значит, надо вести диалог с турецким парламентом, с руководством Турции, приглашать посла, тоже посоветоваться. Ведь в свое время они тоже были гарантами существования гагаузской автономии. Вы предполагаете, что Турция в этих условиях будет вести какой-то диалог? Ну, исходя уже из того опыта, там, более года. Это единственное окошко, которое у нас осталось. Все остальное закрыто. Все остальное закрыто. Больше у нас ничего нет. Но здесь вопрос... Если ресурсы, Турция примет решение оказать какую-то поддержку, эти ресурсы Молдова пропустит в Гагаузию. С других мест она не пропускает, блокирует. Соответственно, финансов нету, никаких программ реализации быть не может.